знаете, дорогие телезрительницы, я не удержалась и сразу же решила примерить оригинальные серьги-подвески. Это новинка в нашем телемагазине. И действительно, давайте будем рассматривать эту красоту. Это очень-очень эффектное золотое украшение. Оригинальный дизайн сережек-подвесок сделан так, что мы видим с вами сочетание нескольких стилей. Здесь у нас и цепочка различного плетения, здесь и красивая протяжка, здесь и камни, фианиты. Все это выглядит безупречно. Ну а главная стоимость, все на экране, вы сами видите, насколько доступны эти серьги. Если честно, я в восторге, потому что 2 грамма золота, оригинальный красивый дизайн, и все это по самой низкой цене. Для оформления заказа 05-731-245-15-72. Обязательно говорите нашим операторам артикул 708-11-564. Конечно же, именно такие серьги привлекают очень много внимания. Минималистический стиль, но при этом оригинальные акценты позволяют вам выглядеть безупречно. Посмотрите, как выглядят наушки. Ну просто восторг. Редко такие украшения появляются в нашем телемагазине, а если появляются, очень-очень быстро распродаются, потому что здесь сочетание дизайна, здесь золото 585 пробы и самая доступная стоимость, вы сами все видите, потому что действительно такие серьги по такой цене – это удача приобрести. Ну и не устаю как бы восторгаться нашими ювелирами, которые действительно знают, как завоевать наше с вами внимание. Основание в виде длинной застежки-протяжки завершается красивыми фианитами. Видите, как это все продумано, как это все нежно, как это все женственно. Настолько женственные сережечки. И вы знаете, и каждый день можно носить. И в то же время вы можете одеть такие серьги на праздничное мероприятие, собрать волосы. Или если у вас короткая стрижка, это просто ваши сережки на 100%. Они будут игриво смотреться на вашем ушке. Давайте еще раз посмотрим на ушки. И я предлагаю прямо в эту минуту воспользоваться номером телефона. Набирайте. Нашим операторам очень важно услышать от вас номер артикула 708-11-564. Не ждите, пока будет повышение цен. Сейчас наблюдается тенденция того, что золото регулярно, каждую неделю, да просто каждый день растет в цене. И пока есть такие доступные ценовые предложения, обязательно реагируйте. Длина сережек 5 сантиметров. И я не устаю говорить вам о том, что эти серьги, они действительно необычные, они действительно очень эффектные, они действительно выглядят празднично. Ну и особенность еще этих сережечек в том, что они будут идеально смотреться с любым нарядом. Ну и золото. Обязательно присутствует проба на каждой сережечке. Это не позолота, это не покрытие. Это самый любимый, самый дорогой, драгоценный металл золота. Красивое золото в очень необычной, интересной форме. Ну и прямо сейчас еще раз напоминаю, что эти украшения представлены в новой коллекции, это лимитированная серия, их немного. И если вас давно манили серьги-подвески, но как-то вы не находили эти серьги, или, может быть, вас не устраивала стоимость, здесь все безупречно, здесь все идеально, потому что и красивый дизайн, и самая-самая низкая стоимость. Набирайте номер телефона, действуйте, дарите на подарки, почему нет? Помните о том, что иногда вот такой вот интересный блик сережечки позволяет вам пококетничать, позволяет вам добавить какой-то такой легкости в ваш образ. Ну и безупречно для обладательниц короткой стрижки, потому что это будет выглядеть очень женственно, очень-очень нежно. Заказывайте очень красивые фианиты. И вы видите, 2 плетения здесь используются. Ну, продумано. Действительно, старались наши ювелиры вызвать у вас самые-самые позитивные, положительные эмоции, у них это получилось. Золотые серьги, подвески сегодня по самой низкой цене, выдержаны в минималистическом стиле, красивое золото, основание в виде длинной застежки-протяжки завершается вот таким красивым большим крупным фианитом. Каждая женщина обладает определенным вкусом, и каждая понимает, какие украшения ей идут. И если вы чувствуете, что это украшение ваше, если вы действительно вот с первых секунд смотрите и уже мечтаете примерить, обязательно закажите, носите, блистайте и помните, что вы прекрасны.